1997 года, 8 участников, апрель 97 года, Алматы. Две цели. Цель «Флаин». Они должны прилететь. Экипаж номер 6, пилот Роман Копылов. Экипаж номер 3, Галина Косякова. Сервер выдает задание. Так, Гала, баллон забираешь? Сейчас. Пилоты помогают друг другу, да? А как же? А экипаж? А куда смотреть? А экипаж пока на ус мотает, они у меня новички. Экипаж номер 1. Первый претендент на чемпиона. Экипаж номер 6. Роман Копылов. Его экипаж помогает. Итак, за неимением ничего для съемок снимаю крест. Галина Косякова поднимает. Кажется, передумала, что ли, увидев ветер в другую сторону. Где-то там, в небе, улетел Миша Литвинов. Он стартовал первым, но, к сожалению, не учел изменения ветра. Больше никого не наблюдаю. Да. Гала, наверное, шар уложила. Ветер уже совсем пошел на юг. Виноват, на север. До конца зачетного периода, работы креста, точнее, осталось 1:40. И никого. О, а это кто? Воинов. Но он совершенно сюда не прилетит. Итак, Сережа взлетел. Казахстан, Альтаиру. Включаю. Казахстан, не машина, шар. Казахстан, доложите мизинь контролю. Как поняли прием? Повторите, не понял. Я прошу вас доложиться мизинь контролю. Хорошо. Вы близко к полосе. А вот
И Литвинов показался. Может быть, найдет ветер. Гала и Миша. Участник номер один и участница номер три. Не знаю, что-нибудь получается или нет на камере, но Воинов нарушает. Высота 500, ему сказал связаться с Мизенью, он это не сделал. И шурует городу. В это время взлетела Гала. И в конце концов появился Альтаир. Еще только надувает. Номер 6. Копылов Роман Алексеевич пошел в первый свой самостоятельный полет, да еще и соревновательный. Дай бог ему спортивных успехов. Аня, Надя, хоть помашите ручкой. Итак, закончился полет. Все собираются в центр соревнований. Я, к сожалению, не смог снимать конец полета, так как был вынужден поехать разбираться с рациями. У них кончилось питание. Дима отдыхает. Молодежь тоже отдыхает, все изучают правила. Это без тебя здесь. Что случилось? Некоторые вопросы, нюансы. Это так, у тебя метод. Новые бланки? Метод, что за... А, метод. Откуда я знаю, как они бросали? Где тут написано? Есть тут метод? Гравитационный или там, или еще какой-то. Так. Но по условиям же не было гравитационный бросок. Литвинов, как всегда, первый сдал. Ну что, Миша, первое впечатление? Вот, Аня, сброс маркер решил. Сброс маркер. Будет произведен участником рубки. Но у нас 2000. Вот произвольный или только вертикальный. А почему он сказал мне 500? Кто этот гравитационный взял? Вот правила, по которым мы действуем. Ну, надо было спросить, где почему. Где гравитационный ты взял? Правильно. Ну ладно, так вот солнце. Это уже дебритер. Так, все, окей, контакта с землей не было, да? Не или было. Есть? Не было. Второе задание было. Если был бы, я бы не пометил. Да. Контакт с землей был при посадке. А первое задание никто не было. Все скреблись. Это же нет. Полтора километра. Спасибо. Никак. А может, можно было еще скрыться? Миша, вы знаете, скрылся, потом куда-то опустился. А знаешь, нет, а мы почему опустились? Мы опустились, бросили марки и пошли обратно. Потому что во время базы 11 мы не успеваем выспаться. Я же знаю, что рады без. А так можно было еще топать и топать еще. Поняла?